Оу, май. Такой зачет на деревьях не растет. Здравствуйте, дорогие мои ребята. Надеюсь, меня хорошо слышно, видно. Да? Хорошо меня? Хорошо меня вообще в общих чертах, в целом меня хорошо видно и слышно. Просто дайте information, так скажем. Так, сейчас проверяем. Да, меня хорошо слышно, видно. Ребята, здравствуйте всем, всем привет, доброй ночи. И сегодня у нас вообще как бы особо не запланированный стрим. Я сегодня весь день в студии проработал. Подготовил для вас еще кучу разных видосов интересных. Уже на следующую неделю поснимали там всякие штуки-дрюки. Но сегодня не об этом. Сегодня у нас... выяснилась одна такая вещь очень интересная. Я вообще, если честно, планировал сегодня почилить в Скайриме. Но в самый последний момент мне пришла инфа. То, что меня все-таки включили в список альфа, бета, тестеров. Я не знаю, как там правильно называется. Короче, давайте просто. В список тестеров Диабло 2 Resurrected, Remastered, как хотите называйте, мне проще называть ремастер. Я бы хотел выразить огромную благодарность Blizzard'ам. Ребята, я, правда, до вас опять не дописался. Я не знаю, кому писать уже, контактов толком мне так и не дали, еще с Игромира, короче. Но через 25-е руки спасибо, что мне дали ключик. Я надеюсь, то, что до вас эта инфа дойдет. Респект, уважение, потому что для меня Диабло вообще серия — это целый мир для нашего канала. Я играл во вторую, в третью Диабло мы 2 года играли. Странно, что мы еще с вами не общаемся напрямую, но все равно мне очень приятно то, что вы делаете новые, свежие игры, либо ремастер. Одна из, наверное, немногих игр, к которым я очень хорошо отношусь. Потому что в эту серию мы играли, когда были еще совсем школотронами. Потом появилась Diablo 3. Напомню, Diablo 1 я знаю очень плохо. Сразу говорю, что на этом стриме будет геймплей, мой геймплей. Кто-то спросит, для чего ты это говоришь, сразу отвечу. Потому что сейчас многие шалопаи сидят, смотрят просто типа чьи-то стримы зарубежных стримеров. Нет, я буду сам играть. Это... будет мой геймплей. Ни разу не заходил, только-только игру скачал. Очень надеюсь, то, что вам понравится и вы приятно проведете время. Еще раз хочу выразить всем огромную благодарность, ребят, за огромную активность на сайте с мерчем hardplaystyle.ru. Вы просто красавчики, что помогаете мне уже создавать новую коллекцию крутых шмоток. Ну а старую я выставил там по минимальным ценам. Так что я думаю, еще денечек, а завтрашний день я сделаю вот эти огромные скидки по 40, по 30%, может, до конца недели, не знаю. Спасибо. Спасибо, и буду рад кого-нибудь на улице увидеть в своих же шмотках. Напомню, можете на сайте оставить пометочку, чтоб я расписался, может быть, или какое-нибудь пожелание на бумажке вам написал. Я сам лично напишу. Если что, я думаю, почерк все мои знают. Пишу, если что, сам. Не какие-то там печати ставлю, еще что-то. Просто делаю это сам. Так что, надеюсь, вам будет приятно, и можете написать любое абсолютно пожелание. Рад всегда потратить времени, там не так много, там полчаса, но отправить ребятам и сделать что-то приятное. Переходим к игре, время позднее. Просто желаю всем приятного просмотра и хорошего настроения. Поехали. Давайте я музычку сразу оффну. Я просто, правда, ребят, для меня Диабло — это вы знаете, что такое. Это для меня вот так вот, понимаете, прям вот. Вот просто вот и все. И просто вот, ну и все. И как бы. И просто все. Давайте я. По звуку, ребят, ладно, скажите, пожалуйста, игра на английском. Естественно, еще русской локализации нет, потому что тест. Так, что мы сейчас делаем? Давайте создадим перс. Поехали. Старый, добрый. А, вот так вот они, да, даже сделали? Угу. То есть они эти классы оставили закрытым, оставили 1, 2, 3 класса.
три класса оставили. Это Амазонка, Бар и Сорка. Ну, я, скорее всего, возьму Амазонку, ребят. Вы знаете, какие у меня предпочтения. Скорее всего, я на ней отыграю. Поэтому как-то так. Да, к сожалению, пока что только три класса. Другие классы закрыты, но я думаю, они чуть-чуть попозже и на них покатаем. Ну, небольшой у меня какой-то, знаешь, как-то я так себя чувствую интересно, знаешь, у меня немного как-то вот улыбка на лице. Я не знаю, как это объяснить, просто это круто, это классно. Здравствуйте, Алексей, как у вас дела? Руслан, спасибо огромное. Все хорошо, все в порядке, добро пожаловать на стрим. Здравствуйте, ребят. Оп. Ну что, поехали. Вот они, эти заставки. Блин, я все это сейчас в голове прокручиваю, вспоминаю. Great. Where can I take you? Анимация поворотов прикольно сделана. Угу. Прикольно. Интересно сделали, но что-то чуть-чуть чего-то не хватает. Чуть-чуть прям, вот знаешь, вот такое ощущение, как будто она ходит по... Я вот не чувствую шагов, знаешь, как будто вот они вот в игре, как будто по какой-то сверху поверхности ходят. Хотя, может быть, мне кажется, я просто прикапываюсь. Ладно, окей. Сейчас мне вообще все вспомнить, что тут как. Дротики, порталы. Амазонка у нас, по-моему, ловкость, да, правильно? Блин, столько лет прошло. Вообще жесть. Я не помню, на какую кнопку сейчас я вспомню. Скиллы, да, Т. Угу. Ну что, поехали. Я так понимаю, они все оставили. То есть полностью от А до Я. Акари. Здесь все по-старому. Это альфа-тест, да. Графика. Графика. Да, вроде у меня на полную, ребят. Здесь выше 1920 никак. Нет, у меня все остальное вроде как... Это все четко стоит. Это полный, ребят. На G нажми. Ага. Найс. Нормально, да, различие? Что скажете, ребят? Вот сейчас у меня скулы свело. Охренеть. Это просто шедевр. Как вам? Марк, здорово. Что скажете? Ну что, пойдемте? Пойдемте, очень. Довольно приятно все. Ничего лишнего. Я не хотел здесь видеть лишнего ничего. Репорты баг. Багов пока мы не видим. Карту они оставили по-старому. Угу. Так, мне вспомнить там. Угу. 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 Вспомнил. Ну да, разница, конечно. Разница феноменальная. Очень быстрые у нее атаки. Я вот не помню, как были во второй у нее, но
Здесь они какие-то просто гипербыстрые. Звук золота знакомый, до боли. Так. По идее, они должны были добавить доп-квесты. По идее, должны были добавить... Допы. Очень приятная анимация золота. Мне очень нравится. Это сделали круто. Так, скилл сейчас прокачаю. Так, сейчас знаете, что я хочу попробовать? Сейчас, одну секунду. Я для себя кое-что очень быстро вспомню. Сейчас. Сейчас, ребят. Я вот не помню. По-моему, амазонка, по-моему, она же, по-моему, с луком, да, ходит? По-моему, у нее есть лук. Дай бог мне памяти. Как же мы качались сейчас? Она в текст заливается. Вот вспомнить бы сейчас. Музыку потише сейчас сделаю. Сейчас, ребят. У нее лук то ли на магию идет, то ли... К сожалению, я не помню. Сейчас звук потише. Давайте сделаю сразу. Так, да? Угу. Я бы ее на лук, да, сделал, потому что я точно помню то, что я с луком гонял на амазонке. Или с луком, или с копьем. У нее есть еще какой-то третий билд. Но третий я... То ли на яд она качается, то ли... Много лет, ребят, назад было. Не знаю, знаешь или нет, но в альфа-тесте только две первых акта доступно. Ну, ничего страшного. Что ж теперь? Бывает. Так, сейчас мы вспомним. В яд... Сейчас, ребят. Все, вспомню. Сейчас бы мне бы только, дай бог, память, а. Ну, я не знаю, или на лук, да, или на яд. Я все-таки ближе к луку все равно. Угу. Копии, я точно помню, у нее... Что-то у нее какой-то был косяк с копиями в свое время. Что-то то ли мы нафармить что-то не могли. Дай бог память, а. По-моему, лук все-таки. По-моему, она в лук ее сейчас проще всего будет прокачать, если тем более первые два акта. Угу.
Блин, я вот здесь вот не помню, как мы качали. Когда Skyrim? Никогда. Сейчас, ребят, сейчас я вспомню. Сейчас, одну секунду. Как-то у нее... Вспоминаю, кто не знает, ребят, вспоминаю древо скиллов на амазонку. Дай бог мне память, а. Dex Life, и, по-моему, она качается в этот. Руны я примерно помню, какие. Dex Life и еще что-то, не помню что. Лук, лук то ли на мороз, да, был. Сейчас, сейчас я, ребят, сейчас я вспомню. Сейчас, две секунды. Сейчас у меня в голове все это дело я восстановлю. Просто это очень много лет назад было. Я играл, я уже даже не помню, когда вообще в Дотан. Господи, в Дотан. В Диабло 2. За Некро я очень четко помню, как мы играли. А вот как за нее? То ли через морозные стрелы, блин, шли. Как-то мы... Никто не помнит, ребят, билд. Может, кто-то качался в амазонке? По-моему, через мороз. Сейчас просто, чтобы не лохануться. В принципе, здесь пока тест. По-моему, через Magical. По-моему, не через Fire я здесь шел. Давай, знаешь что, пока что оставим. Сейчас я, наверное, вспомню. Я... Вспомнить бы что как. Было бы вообще хорошо. Так, по шмоткам потихонечку мы начинаем, да, собирать? Локт. Так, запоминаем, где сундук этот локнутый. Ага. На уголочке. Эть. Да ладно. Если что, дротики заканчиваются. То есть они... Опа! А вот это... Такое деду надо. А, это от арбалета, да, по-моему, стрелы? Блин, все позабывал. Короче, лук я нашел. По-моему, это... Да, это болты. Это от арбаша. Все, нам осталось только стрелы намутить. И будет все вообще шикарно. Блин, ну это пипец. Шикарно. Да, вот эти всегда были... такими твердыми. Это я помню. Блин, вспомнить бы боссов. Я помню, мы на Мефисто раны делали. На Мясника. Есть алды? Меф, Мясник. Кто там еще был? Меф, Мясник. Кто же еще-то был? Сейчас, сейчас вспомним всем чатом. Сейчас посмотрим, сколько у нас здесь. 30, наверное, плюс сидит. Так, еще один лук. Magical влево-вниз, я понял. Ага. Опа. Сюда. I hear foul creatures about. Ой-ой-ой. Здесь можно откиснуть, кстати. Бал, да-да-да, точно, конечно же, как я про бала забыл. Балраны. О, да. Было-было такое. Ой-о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 й.
спокойно. Сюда. Так. Да, здесь такая шара не пройдет особо. Этих йети. Ага. И они меня, по ходу дела, тоже не забыли. Найс, братан. Сюда. Очень приятно, еще раз подчеркну, анимация золота. Прям знаешь, вот когда его чувствуешь, удары прикольно сделаны. Ну, то есть они чувствуются. Альт я, ребята, так пользуюсь, не переживайте. Надо лук мутить срочно. Скоро я так к ним близко не подойду. Здесь просто похороны будут. Будем страдать прям конкретно. По-моему, через магический. Мне вот сейчас ребята в чате пишут, по-моему, через Magic амазонка качается. По-моему, через магические стрелы и... Сейчас я вспомню. Сейчас у меня память, она нагрянет. Но не через Fire точно они идут. Низ, по-моему, Magic, потом лево-лево. Я вспомню. Вот то, про что я и говорил, что... Вот они первые уже золотые пошли. Ага, ага. 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 I can't carry anymore. Какое мне надо. Так. Так, надо княженцию сразу купить. С двумя сокетами. Не шутя. Я могу вообще вот так вот поступить. Вообще просто прям в наглую. Ну-ка, сюда. Могу просто вот так вот стоять. Ножами закидывать и вообще не париться. Найс. Плюс блок. Вот так бы я сделал. Два одинаковых. Давай шапку возьму. Ключ. Я даже помню, куда надо вернуться. Кстати, ключ я, по-моему, мог купить вообще в самом начале. Хорош. Есть второй слот под оружку. Сейчас, мне бы вспомнить, как его переключать. Сейчас, ребята, я все вспомню. Как же второй слот-то рубится? Там что-то как-то просто он переключался. Нет. Сейчас вспомним. Я сразу просто читаю, что еще есть. Сейчас.
Дабл я увидел, ребят. Не-не-не, я вижу, вижу. Свап. Ладно, давай по мере поступления. Все, на лук, короче, просто стрелы нужны. И все. Так, с этим пока повременим. Пока что. Билд, я думаю, давай через магический все-таки пойдем. Ребят, я на Poison, я, правда, я не помню билда этого. На яд я сейчас не вспомню этот билд. Так, вот тут я не помню, что. А, это выход, все, все правильно. На яд... Я им, наверное, играл 1-2 раза. Бля, сколько мы в свое время балранов делали? Мне кажется, жили просто. Вот они, Эрос. Сюда, бля. А ну-ка, сюда-ка. Та-та-ра-та-та-тай. Та-та-ра-та-та-та. Сюда, сынок. Надо, короче, магические стрелы качать и все. И просто сейчас будем здесь решать. Есть. Изи просто. Мишань, спасибо. Дема, надо. Спасибо тоже огромное. Я, ребят, своим ходом выйду. Мишань, спасибо, Дима, надо, спасибо. Сижу, засыпаю тут Диабло 2. Ну извини, родной, что не дал тебе поспать. Соряныч. Где-то здесь вот был сундук. У меня так зрительная эта память неплохая. Вот он. Скролла я пока поберегу, по-моему, с первого или со второго захода. Где-то в нее играешь, а делать предзаказ. Дядь, это не предзаказ, я попал в альфа-тестеры. Ну, стример, все дела. Ну, такие они, стримеры. Такие все люди, на самом деле. Ну, такие. Ну, как тебе сказать, ну, то есть такие. Ну, как, ну, как бы вроде нормальные, но такие они. Ну, короче, лучше не... Ну, ты понял. Так, что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно что-то забарыжить. Раз. Можно, в принципе, ману всю толкнуть. Вот это пока что я тоже толкну. Толкаем. Неплохой, кстати, был кинжал. Сейчас я все вспомню, как у меня лежало. Так, вот эти книги просто нужны прям на 100%, потому что меньше засирать будут пространство. Да-да-да-да, помню еще этот крючочек. Так, атак рейтинг и лайт радиус. Слушай, лайт радиус ночью это must have. Поначалу особенно это... ну такое. Ну пойдет. На безрыбье... Как говорится, на безрыбье рыба-рыба. Что жестко вообще сказал, сам охренел. Давай, знаешь, что сразу вот это у нее прикупим. Ай, что бы прикупить, что бы прикупить. Ай, ну давай, ладно. В любом случае, это нужна книжечка будет. Ключик оставим, обязательно ключик оставляем. А может в сундучках может быть много ништяков. Вот эти камушки. Хай. Вот эти камушки 100% складываем.
Камушки здесь, ребята, падают, как вы заметили, по сравнению с Diablo 3, они падают в основном прям, ну, то есть сразу. И здесь такое количество разных комбинаций камней, что просто забейте. Просто здесь, ну, их невозможно сосчитать. Так, оставили анимацию. Хорошо. Алехандро, порассуждай со мной. Как и ты, Су, с высоты, но в июле поеду в Сочи. А, высоты, Су. Это я думал, Су с высоты. Как ты планируешь отгадать мысли и прыгнуть вниз башкой? Слушай, ну это сложный на самом деле вопрос. Главное не бояться, понимаешь? Главное не бояться, просто взял на мужика, просто, ну, вышел, говоришь, я могу, я все могу, для меня нет преград. Ой-ой-ой, какая анимация разворота. Только сейчас обратил внимание, оценил. Чего? Короче, я могу, дошел до края, потом говоришь, амуницию с меня снимайте, все, я не могу, все, я встал и ушел. Ну, то есть, в принципе, ну, все очень просто. Понимаешь, да, о чем я? Сейчас подождите-ка, я все-таки по олдовому все сложу. Давай-ка мы, наверное, все-таки через магические щеманем. Нет, я 100% долбил через магию. 100%. Вот я вам просто вот руку на отсечение даю, что я качался. Стопудово через магию. Нужно немножко виталки, декс. Так вот сделать. Колд, вот они, колд. Угу. По-моему, вот так вот я качался. По-моему. Короче, поехали. Не помню точно, но пока будет так. Правда, не помню, как качаться. Пока что давай так оставим. Сейчас будем вспоминать потихонечку. Вот оно. Передай, пожалуйста, привет. Привет тебе огромный. Удачного стрима. А вам хорошего просмотра. Тогда уж. Спасибо, ребят. Добро пожаловать. В эту игру мы играли, дай бог мне памяти. У нее, по-моему, потом веером какие-то, да, будут стрелы разлетаться. Сколько лет прошло, это просто охренеть. Это сэш. В принципе, он мне нужен белый. Так. Сейчас все вот эти вот веселье, все это до момента, пока не выйдут эти веселые ребята. Говорю, веселых ребят название это золото. Так. Виталку надо срочно качать. С виталкой прям траблы конкретные. Так, здесь мы все зашмонали. Если мне точно скажешь, трос не оторвется, я хоть без троса прыгну. Угу. Дядь, ты же знаешь, что 1 на 1 000 000 случаев всегда бывают. Так что надеюсь, я тебя приободрил. Вот как пятихаточка прилетела, мне сразу
Синенькая шмоточка выпала, кстати. Что-то прям хорошее. А, второй показатель — это, по-моему, прочность. Сейчас мы все вспомним. Спасибо, ребят, спасибо. Блин, я на самом деле близам очень, очень мне было приятно, когда дали ключ. Честно, несмотря на то, что там стример, не стример. Потому что у них очень мало они ключей этих раздали. Beware. Don't worry, be haggis. О! Не шутя. Неплохо. Качайся в шипы. Главное правило. Так, сюда. Самое главное всегда в шипы. О! Вот оно пошло. Пошло добро. Так, там Флави, я предлагаю тогда вверх зашмонать полностью. Всего раздали 20 тысяч ключей. Там, по-моему, да, без одного ключа 20к. Но я думаю, что, ребят, половина, как всегда, где-нибудь осела по этим. Но их не все раздали. Это, ну, это как всегда. Слушайте, кстати, пока я здесь, предлагаю забежать. Предлагаю забежать в город и кое-что сделать. Мне очень интересно, что за броньку мы выбили. Здесь есть, кстати, ПВП. Кто, может быть, не знает, кто не в курсе, не в теме. Спасибо. Кто не в курсе, ребят, не в теме, здесь есть ПВПшечка. Так что можно показать себя очень и очень даже недурно. Так что как-то так. Эть. Вот это вот, дай бог мне памяти, куда это вставляется. Сейчас, подождите-ка. Двадцать poison damage. Блин, тут сам бог велел, я говорю, в этот качаться, в яд. Тут прям все идет к этому. Подождите, это, по-моему, или в броню, да, сокеты? 3809 стоит. 3000, Карл. Одобряем такие движения. Вот это мне такое надо. Мне вот интересно, будет ли аукцион живой? Вот это мне очень интересно. По-моему, в одежду, да, вставляется все-таки вот этот камушек. По-моему. Так, нам надо портал открыть. Очень помногу бегаем. И нужно стамину качать. Вот что еще. Нужно бы в стаминку вложиться. Вещь с дыркой, по-моему, в одежду. По-моему, в одежду вставляется. Не-не-не, это не амулет. Первый, по-моему, мы пробегали. Бля, сколько лет прошло от этой игры? Первый мы пробегали, по-моему, акт. А потом мы уже жестили. Вот она, Флави. Ага, вот они. Вспомнил я вас, петушары. Катары. Угу. Ребята, амулеты, они, по-моему, другие немного. Нихера себе. Одобряем. Здрасте. В любой предмет с дыркой.
Окей. Вот за это я люблю амазонку. Ой-ой-ой. Сейчас бы милишника мне бы здесь раскурили бы 100%. Надо с болтами что-то порешать. Не шутя. Вот это шляпа. Хочешь, говорит, шляпу покажу? Смотри. Что-то вещи какие-то имбовые немного падают. Только на ассасина, это не ко мне. Где ты ее скачал, ребят? Закрыли? Закрыли. Далее. Ключ. О! Стрелы. Стрелы, они вроде только заканчиваются. Бам, опять. То есть как-то со стрелами особо я не чувствую пока что. Это гипер проблем. Очень агрессивно, кстати, играем на этом. Скипетр. А вот синий лук. А вот синий лук. Секунду. Блин, она очень мобильная. Мобильнее, наверное, только маги. Да, шмотки вот эту, наверное, выкинем. А, ну, конечно же, ёпта, ну а как же по-другому-то? Полетели. Так. Угу. Так, раз. Два. Три. Можно вот так сделать. Это сейчас на базу пойдет. Стрелы, ну такое. Туда же. Один, четыре. Cold damage, здрасте. Здрасте. Еще без слота для случая. Блин, если бы еще у нас со слотом вот этот лук был, это было бы вообще здравствуйте. Так. Все, точно, точно, точно. У нас было с заморозкой. Все, я вспомнил, как это работает. Сейчас сапфир. Мама, перчи. Угу. Чест. Здесь болт. Анимацию вот этого колда сделали просто идеальную. Просто идеальную. Прям вот то, что нужно. Кажется, мне сюда... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А все. Все, да? Наигрались? Ага. 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 Шо по урону? Здесь быстро так не отхилишься. Это Диабло второе. Недурно. Шо ж ты такая, а? Потная-то, алё. Миноры пошли падать.
Блин, я бы сейчас охренел, если бы еще синие были. Я боюсь, что еще один пак можно вообще где-нибудь застрять конкретно. Кстати, нужно что-то на реген. Так, здесь я не помню, что, по-моему, ничего. Скелеты пошли. Так. Красиво. Мне всегда, кстати, было интересно еще с той части, почему, когда в скелетов стреляешь, короче, типа, как сказать, ну, из них кровь еще вылетает. Такой прикол такой местный какой-то. Блин, лук на заморозку вообще просто красиво заходит. Там он контрит их прям как надо. Анимация тоже красивая вот этих вот ледяных. Diablo 2, кстати, мне чем-то напоминает Сакрат. Я не помню, какую часть, но... Ага, найс. Какую-то из частей Сакрата. Старенького, не нового, а какого-то прям старого-старого. Года 2004-го, наверное, какого-то вот такого вот. Так. Мы, кстати, по-моему, немного не туда пошли. Можно будет вернуться. Здесь, по идее, тупик должен быть. Сакры, да-да-да, там такое прям, знаешь, там что-то за лучницу за какую-то мы играли. По-моему, они то ли ровесники, то ли... Надо вспомнить историю. За барыжем. Они вот то ли ровесники, дай бог памяти. То ли все-таки... Диабло, нет, Диабло постарше, наверное, ребят. Вот, нашел, нашел телепорт. Стамина здесь заканчивается, постоянно здесь не побегаешь. Здорово, пацаны. Сюда, сюда. Сюда, сынок. На агре. Отбегаем. Ёпта. Понял. Шаман, 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 шаман. Сюда. Минус два. Не вижу больше. По-моему, все. Не шутя, зарешал. Понимаю. Ману надо обязательно выставлять. Без маны здесь туго будет. Звуки, да, те же самые оставили. Стамина плюс 10%. Да ну нахрен. Сюда.
Мне вот эта вот опция вот эта нравится. Типа, ты понял? Чтоб сравнить. То есть и так, и так. Ребят, вы вообще хотели, чтобы я на стримах в Диабло играл? Я просто, если нет, то я вне стримов буду играть. Ну, наконец-то. Наконец-то мы надыбали. Так, ну здесь сам Бог велел сейчас, наверное, смотаться в этот, в город. Здесь надо не жалеть походы в город. Так вот сделаем. Смотри, телепорт сыграем. В принципе, у нас порты, если что, есть. Особого какого-то дефицита, мега дефицита нет. Конечно, хотим, нет, но я, конечно, не... Ох, ёпта! До свидания. Так, ну давай. Сейчас подождите-ка здесь. Здесь надо конкретно подготовиться. Давайте вот эти хилки в первую очередь раздербаним. Кстати, вот эти камни, cold damage, это вот как раз ко мне. Это вот прям по мою душу. Ну что, поехали? Да вы, ёпта, лезете. Прям на месте встану. Так. Спокойно. Очень аккуратно. Сейчас можно здесь улететь в помойку. Блять, золотой, да ладно. Давай. Хорошо. Одна мана падает, но тоже неплохо. Да откуда же у вас такие стаки-то здесь? Надурная. Десятых больше вообще. Играл в Титан Квест, конечно. Спасибо, ребят, за платную подписочку. Спасибо. Пошли лучи добра. Да, это вам, ёпта, не казуально, блядь, кнопки нажимать. Тут. Тут уже, ребята, по кнопочкам надо уметь жать. Я прям небольшой мандраж такой. Я могу вообще чисто на магических стрелах здесь решать. На изичах. По-моему, вот эти вот пещеры, это не пещера, это типа склепа. И они, по-моему, в несколько левелов, если я не ошибаюсь. Кстати, русского языка, мне кажется, здесь вообще не будет. Они не будут завозить русский язык. Я почему-то уверен прям в этом. Бля, где-то там стоит Вася. Хорошо.
Да 4, я думаю, ребят, не скоро будет. Я прям почему-то уверен в этом. Ага, спасибо. Со стаминкой, кстати. Ой, бля. Там, блядь. Надо золото найти. Правда, не знаю, вывезу, не вывезу я золото, но... Очень надеюсь, то, что вывезем. Первый наш, кстати, склеп. Еще одна шапка золотая. Да, лук бы золотой был. Вот это было бы вообще... Красиво. Золотую шмотку всегда найдется. Hit recovery, change defense, energy, cold resist, repair. Интересно. О. Это же правильно, это то, о чем я думаю. Или нет? Это же я то, о чем я думаю. Dragon, спасибо. Смотрю тебя с 300 тысяч, D2, помню, было время в копирном клубе, еще гоняли. Абсолютно верно, дядя, абсолютно верно. Посмотрите по твое прохождение. Если не сложно, сможешь передать привет ребятам из клана D3T6. Привет. Мое почтение, друзья мои. Здравствуйте. Здрасте, спасибо, что меня смотрите. Это, по-моему, типа восстанавливает, чинит, короче, один этот, прочность восстанавливает одной шмотки. Типа раз в 33 секунды. По-моему, это так. По-моему, если не ошибаюсь. Будем, как старые добрые, ждать перевода Фаргуса. Бля, ай, на мои глаза просто, дядя, прекращай, ты чё? Это вообще, это то, что ты сейчас говоришь, это какой-то вообще прям, жесть. Подожди, а чё я туплю? Ой, слеза прям за Фаргус. Так, погнали сейчас быстренько Акари все как всегда забарыжим. Блять, можно их, конечно, пооткрывать, но... Ну вот смотри, так шмотка 184, да, стоит. Так она 231 стоит. То есть, ну... Не всегда их выгодно, на самом деле, открывать. Не, далеко не всегда. Голда очень хорошо стоит. Прям, ну, бодро. Можно сейчас пока что продать. Why not? Это вот так. А, понимаю, я стрелы. Бывает. Это вот сюда, наверное, да? Стаминка может прям конкретно пригодиться нам. Ну, типа, да, сама по себе чинится шмотка. Так, вот, вот эту штучку нам прям очень нужно. Потому что дает еще... Короче, надо лук со слотом просто выбить, но я не представляю, кому здесь надо Писундрович это лыкануть, чтобы лук со слотом выбить. Если честно, это прям... Так, подождите, а где у нас... Вот же. Чарси, конечно же, конечно же. Hi there.
Так. Починим все. Эх, сейчас бы вот, конечно бы, да, что-нибудь намутить. Может что-то и попасться, плюс к силе. Перчи лежат. Плюс 8 мана, вот на сокет есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, я не помню, как вынимать потом эти камни. Я ведь сейчас могу запихнуть туда. Дай мне бог памяти. Как потом вынимать камни? Вот я, к сожалению, сейчас не вспомню. По-моему, это все в один конец уйдет. По-моему, это все в один конец. Нужно находить... Да, вот я тоже думаю, что... Я просто помню то, что если это все осталось механик как со второй части, с оригинала, то это все. Это можно даже вообще не подрываться. Здрасте. Привет, Андрей. Какая отвратительная рожа. Вот не помню, по-моему, колчаны же тоже, да, синие бывают. А ну-ка. Да-да-да-да-да, это оно. Это 100% оно. Сейчас я быстро левел добиваю. Камни пока я вообще не буду трогать. Я помню то, что я говорю, мы их в свое время, мы их вообще не трогали. Камни это, блядь, мы бегали за этими камнями, там со слезами на глазах их фармили. Причем там были такие камни, потом чармы, да, по-моему, они назывались. Сейчас мы все вспомним. Сейчас, несите. Камни пока не надо торопиться, тем более пока все хорошо идет. Осторожен, привет. А какая предполагаемая дата выхода? Слушай, я пока не чекал, если честно. Если было бы у меня более такая какая-то мобильная связь с близами, я бы мог сказать. Но, как всегда, может все перенестись. Я даже предполагать не буду. Потому что, ну, ты сам знаешь, не первый год с близами знаком. И может получиться так, сейчас тем более, ребят, пандемия, все дела. Может что-то куда-то перенестись, жизнь трещину дать, я не знаю. Короче, может случиться все, что вообще угодно. Этот лук, кстати, по такой, посерьезнее, по ударам. Кажется, здесь еще золото должно быть. 100% здесь золото будет стоять. 100% вам даю. Ага. А вот и второй левел. А вот и подвал дальше идет. Здесь есть два варианта развития событий. Либо мы сейчас даем заднюю, либо мы пойдем до конца, но... Ну, здесь подвалы лютые. Чат. Ваше мнение, господа, дамы. Ну, я бы, наверное, нырнул в подвальчик-то так, чисто так вот, по-хорошему. Я бы, наверное, туда подзанырнул, вот так вот скажем.
Как вы считаете? Ну, я тоже почему-то так думаю. Давай попробуем. В принципе, лучок у нас неплохой. Давайте. Бля, ну здесь сейчас могут ребята не понять юмора. Так, подождите-ка секунду. Так. Если, во-первых, так. Чуть-чуть мана. Виталка. А вот здесь я уже не вспомню. По-моему, вот эти Cold Light. По-моему, вот через вот это я тогда шел. По-моему, вот эти две мы качали. Вот это 100% я качал. Бля, 100% вот это мы выкачивали. По-моему, это как раз будет сейчас по земле. По земле эти будут веселые штуки. Или нет? Я не вспомню, братва. Мана она жрет просто немерено. Урон у лука просто вообще какой-то, я не знаю, просто какой-то заоблачный. Так, аккуратненько дальше двигаемся. Ага. Здрасте. Ага. Ага. Здорово, пацаны. Давно мы с вами не виделись. Бля. Как же они жестко дамажат, ёпта. На самом входе ты стоишь, дружочек. Артефакты, ребят, ну какие артефакты, вы же понимаете, то, что здесь это... То, что здесь пока до артефактов нам вообще рано говорить про какие-то артефакты. Вы же понимаете, что это все первые акты и доступен только, по-моему, до второго включительно. Если я, конечно, не ошибаюсь. Сразу бан, просто вышел пацан просто сразу. Попасть. Хорошо. Урон бешеный с этого лука. Просто прям я почувствую, какой он. Вообще просто он их выпиливает. Знакомая херня. Ай, да ты ж мой родненький. Ай, ну как говорится, давай. Так. Так, и у нас, естественно, фул этот. Дасвидос. Невритянин Леша, здравствуй. Вы будете играть в Пое на стриме? Мы как-то недавно играли, но пока времени нет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Так. Очень плохо выглядишь. Слушай, спасибо за комплимент. Спасибо от души, мне приятно очень. Чего?
А чё, блядь, броню золотую продал? Сейчас вот только мне ничего, ладно, не говорить. Бронька уже лежит по 4К. Да где ж столько надо писюнов-то это? Ух, ёб твою мать, на 3 слота. Трехслотовый лук можно так зарядить, что просто забей. Слота — это очень жестко. Так, ну и собственно здесь больше ловить нам нечего. Все, дальше вытряхиваемся отсюда. А вот здесь вот, вот здесь вот я бы пробежался еще в одно местечко. Ку-ку, всем привет. Здесь бы вот я пробежался и посмотрел. Помню, мы какое-то одно крыло не затронули с вами. Где-то, где-то, где-то. Вот оно, да. Дочистим, давайте. Блин, я посижу, ребят, еще билд поспоминаю, к следующему стриму обязательно что-нибудь намучу. Бердыш уже пошел падать. У нее, по-моему, она вот это тоже качает. По-моему, вот эта вот вещь. То ли вот так вот я шел. Не, наверное, ребят, вот лево, лево. Вот так вот, по-моему, идешь. Раз, два, три. Это, по-моему, скипается. Айрон, да, ничего страшного, что ты так боязливо спрашиваешь. Я же сказал, ребят, вы лайкосы набрали, все, я увидел. Просто сегодня вообще не должно быть стрима, вы же знаете, то что среда, четверг, ребят, стримов вообще не бывает. Я сегодня просто пустил стрим, ну так, чисто, ну как сказать. Просто, ну, захотелось вас порадовать лишний раз. Я сегодня весь день, ребят, за компом, поэтому сижу, просто отдыхаю, чилю и на таком, знаете... На чили общаемся. Поэтому как-то так. Экстра голд. Это, кстати, сейчас довольно актуально. Плюс 33% экстра голд. Больше золота. Интересно, здесь коридорчик идет. Интересно. Бро, я помогаю по мере возможности, ты знаешь всем. К сожалению, я всем не могу помочь. По мере возможности я помогаю, у меня сейчас самого не очень хорошая ситуация. Поэтому как-то так. Надеюсь,
Ну, правду сказал, как есть. Так что, надеюсь, оценишь. Бердыш, бердыш. Плюс 3 to life. Что-то нормально я так просел по этой. Надо с хилками аккуратнее. Можно сейчас доиграться. Хилки, братцы, у меня подходят к концу. Что это за выход? Что это такое за жесть? Малой приболел, да. Я уже на пол ляма оставил болеть. Побольше даже немножко. Даже не в деньгах дело, а больше, ну, как сказать, в моральном внутреннем состоянии, можно так сказать. Ну ничего страшного, все пройдет. Мне интересно, где я здесь выйду. Блять. Что-то в них хп стало, по-моему, слишком много, нет, не кажется? Красивая анимация огня, кстати, прикольно, мне нравится. Ага, и как мне тебя оттуда, дружочек, выковыривать-то? Кастер ты мой мамкин. Бля, вот ты конченый, а. Два во всей красе, здрасте. Раз. Два. Блять, там желтый что ли еще кто-то? Да ну нахер. Да вы гоните! Нормально. Шо по первому акту, пацаны? Я прикидываю сейчас, бы я как здесь на варе играл. Я говорю, я прям у меня, блядь, из головы это не выходит. Как бы сейчас здорово было здесь на варе играть. Кайф бы был получен просто максимальный. Блять, скроллов не осталось. Говорит, бегай просто. Здесь моя хорошая стаминка заканчивается. И когда она заканчивается, то можно познакомиться вот с этими ребятами очень близко. Побежали. Ищем. Ищем шаманов еще. Вот он, вижу. Раз, дал.
в него еще раз. Два дал. Минус. Где-то внизу прям. Вот, вот отвечаю вам, где-то внизу стоит. Может и нет. Блядь, что за жесть здесь творится? Сейчас у меня еще лук сломается, вот это вообще будет нормально. Здесь, знаешь, блять, да ладно, ты где? Скаблет. Все, да? Ну, умри. Найс, найс. Ничего не выйдет у вас. Айрон, сейчас здесь. Спасибо. Спасибо, дядь, не болейте тоже. Кинжалы зарешали, зарешали, базару ног. Красиво. Шапка волка. Так. Мне одному показалось, или там на самом деле были эти... А, выпал свиток этого... А, познанки. По-моему, мне нихера не показалось. По-моему, мне не показалось. Нет, показалось. Только на друида. А друида пока нет в игре. Эх, сейчас бы друидом поиграть. Да, ну да. Поэтому всегда носите с собой второе оружие в этой игре. Потому что если у вас что-то пойдет не так с первым, то второе оружие вам в помощь. Понеслось. Надо по массухе срочно скиллы. Это просто жесть какая-то. Просто жесть. Срочно отбежать отсюда. Я даже оторваться в чат, понимаете, не могу. То есть, насколько здесь все. В город подчиниться, слетать. Сейчас все это печально закончится. Но уже, в принципе, и здесь все могло закончиться, не начавшись. Карта правый верхний угол, кто спрашивает. ВК не пишу только. Предлагаю нахрен судьбу больше не испытывать.
Так. Yes. Слишком мне интересно. Тут 11 нахрен на продажу. Блин, чисто друидовская шмотка выпала. Новый рофлить, а? Как нахрен это вообще работает? Чалька. Леха, хай, хай. Вот это тот неплохой мне, конечно, выпал. Интересная вещь. Блин, столько подсокета, я просто вот чекаю. 2-6. И вот зараза, ни одного лука, ни одного нет на эти, на слоты опять. Какая-то несправедливость. Потери, потери. Так, ладно, окей. Давай, наверное, мальца ману. И вот так вот сделаем. Здесь, наверное, колтеру. Так. Так, надо посмотреть, что там по квестам. My rogue scouts have just reported. Так, стоп. Где-то я здесь куда-то не дошел. Шел-шел и не дошел. Это 100%. Ну-ка. Привет, как делишки? Нормально, нормально, ребят, все в порядке. Накрученные просмотры. Да, брат. Да-да-да-да-да. Все правильно говоришь. Могу рассказать одну историю, кстати. Помню, крутил я. Ну, ладно, мы правда сегодня не об этом. Поэтому была одна чудесная история. Я главное говорю, может быть, не надо. Она говорит, нет, пожалуйста, крутите. Я говорю, нет, все-таки. Может быть, все-таки не сегодня. Она говорит, нет, я хочу именно сейчас. Говорю, ну у меня стрим. Я говорю, ну сейчас опять опоздаю, ребята будут возникать. Она, нет. Ладно. Кстати, надо было... Блин, болтов просто дохерище падает, а этих... Вообще болты просто... Здесь-то они меня уже не пробьют. Нифига себе, я наплакал, понимаю. Поплакали. Нормально тебе, дядь? Вот он, портал. Конец-то, ёпт, нашел.
Да, плюс они в чате там, кто боты, как всегда, в принципе. Блин, вспомнить бы, какой здесь квест. Здесь какой-то очень простой был квест. Что-то прям здесь было очень и очень простое. Кстати, нога вовремя упала. А все, да? Ну, ладно. Я просто мало ли, я на всякий случай подумал. Квест здесь, ребят, не помню. А, и с галкой ребята тоже крученые. А, ну я понял. Ну это какой-то уже миллионный левел накрутки получается. Здорово, ребят. Лол. Сюда. Вот это сюда просто. А ну-ка. Блин, хотя... Тут очень спорно. Так. А где же здесь... Блин, я не помню, ребят, где квест. Смотри на кровавого ворона. Билл Краунс next to the cold plains. Бля, а где же они были? Подождите. Next. Вот, cold plains мы сейчас. Как еще раз? Burial Grounds. Ну-ка. Вот оно. Надо найти все. Это где-то здесь. Как раз пока я на ноге, на V+. Можно, в принципе, отжечь. Ой-ой-ой, хорошо. Вот это вот мне вот сюда вот. Дел, стил. Шопа мавзолея, пацаны. Как дела? Хай. Привет, Андрей. Какие же вы деревянные, от черти. Вот он. Неплохо. Я еще только хотел сказать, что-то я подпросел по этим, по банкам. И вдруг откуда ни возьмись. Джокер, привет! Диабло 2 стоило мне когда-то разбитой мышкой, убитой нервной системой. Мужик, если я посчитаю, сколько мы там разбили всего, особенно когда играли с одной жизнью в Диабло. Причем бить тогда было... Это не сейчас. Пошел и за 300 рублей мышку купил. Нет, так не работало. Тогда все стоило очень дорого. Ага. Я верю в чудеса. Поэтому я даже лучше просто промолчу на тему битых мышек, клавиатуры и всего остального. Причем зачастую какая-то херня случалась с этим. Или с компом, или с дисконнектами, еще с чем-то, и просто разлеталось все. Кнопки из клавы вылетали просто на раз-два. Просто на раз-два они вылетали.
Поэтому... Поэтому как-то так. Мне там кажется, у меня стрел. Бля, там два стака стрел, можно просто обстреляться ими. А три стака возьмем, чтобы вообще, вообще не напрягаться ни о чем. Все, халявно, если что, выкинем. Вот оно, добро. Хуета. Такое же кольцо, прям вообще просто под копирку. Давай НЗ отложим на всякий пожарный. На случай вторжения нахрен инопланетян и на пришельцев. С вами будем ко всему готовы. Так. Я думаю, вот так вот будет поинтереснее. Так, здесь мы все пробежали. Слушайте, ну здесь я не увидел чего-то прям мега интересного. Сундук, как всегда, со сказками. И все. А все. Угу. Так, продолжаем наши поиски. Здорово, орлы. Да, звук есть, скелетов нет. Ёпта, все, я тебя вспомнил, мать, чуть не обосрался. Очень, очень страшно. Лед вот. Вот она. Ля! Ля! У, сука. Ля мансит, ёпта, как я не знаю, как, сука, последнюю катку свою в жизни играет. Потеет. Ща ты, блядь. Сейчас я посмотрю, как ты манситься будешь. А ну иди к сюда. Давай, оп, оп, оп. Вот этих вот стреляем, чтобы они не мешались. Яна, оп, оп, оп. Ага, ага, ага. Ага. На нахер. Блядь, думаю. На, ёпта. Ой, как хорошо. Просто минус пол хп сразу отлетело. Где ты, девочка? Просто остановись. Давай. Давай, 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 давай. I need mana. Давай, давай. А вот это уже амуль выпал. Все, вспомнил я. Красиво сделали. Смерть. Давайте. Так. Экстра голд самый обычный вообще, амуль самый-самый обычный, просто вот прям, прям дефолт-дефолт. Милишникам бы здесь было очень хорошо. Прям вот я вам отвечаю, уж кем-кем, милишник бы здесь точно кайфанул. Так. Сюда. Сюда.
Есть пожилой контакт. Раз, два. Нормально так колечки стоят. Очень даже неплохо. What you need? Блин, здесь уже 10 раз подумаешь, на самом деле. Уже вроде как и мана иногда нужна, и все-все, что хочешь, нужно. А вот эти вот загашники положим. Сюда стамину закинем. Вепон. 1.10. Угу. 1.7. 5% life stolen. Неплохо. Да не, я думаю, выбьем. Сейчас пока вроде терпимо. Пока что. От слов пока. Так, поехали, мать. Так, следующий квест у нас... такой реплениш. Учим английский вместе. Варил маму, учи английский. Пополнять. Восполнять, пополнять. Типа этого. Надо бы вот эту девчоночку нам приодеть. Слушай, ну мы с ней вдвоем вообще сейчас нормально будем косить. Сейчас мы на нее лук еще оденем. Ей прям вообще будет хорошо. Ваган, спасибо огромное. Давай попробуем. Я взорвется. Конечно же, ебать. Еще по-другому-то. Дядь, ну рановато, да, ты написал. Но окей, я буду иметь в виду. Спасибо огромное за приглашение, кстати. Почему бы и нет? Почему бы не заглянуть? Да ёпта! Что мне так с бочками-то этими везет? Кстати. Интереснее это. Нифига себе, уровень везения хард. Вообще без шансов. Аметист, рубин. Что прям вообще? Что прям вообще какой-то этот, блять, из рога изобилия.
Light Radius шляпа. Слушай-ка, матушка, знаешь, что я тебе хочу сказать? А что если перчи-то тебе нельзя одеть? А вот шапчонку можно накинуть. А лук я не смогу на нее одеть. Блять, свитки что ли закончились? А, я, наверное, забыл, да, затарить? Это интересно, что такое. Лайф, атак, рейтинг. Интересно. Атак, рейтинг, лайт радиус. Но они у меня все такие кольца. Это интересно, что такое. Я понял. Ассасин Сонли. То ассасин плюс Анити там тоже. То есть сейчас с бабочками вспомнил сталкера. Лайк на стрим. Спасибо. Спасибо, мужик. Так, как я раньше это делал? Сейчас я вспомню. Я всегда в сундуке должен быть что? Правильно. П. Порядок. Так. Спасибо за стрим, жду не дождусь релиза данной принести. Спасибо, ребят, огромное за донаты. И я, вы знаете, просто я молчу, сижу. Я говорю, кто-то там что-то скажет. Просто для меня Diablo это вообще, это забейте. Это отдельное, отдельный мир, про который я, кто бы там что ни говорил, всегда буду говорить хорошо, 100%. Просто потому что, ну мы выросли на этой игре, и все. И все. И поэтому вот как-то так. Конечно, ждем четвертую. 100%. Но бабцу, ребят, я одену. Я не буду сейчас бабки тратить. Бабцу я одену из того, что было, как обычно. Катар золотой. Чего-нибудь, блядь, такая щедрость. Ого! Нихера себе, катар! А мне? Нормальный катар. Понял, принял. О! Я даже знаю, кому я лук выбил. Ага, найс. А стрел-то мне где взять? Сейчас, по идее же, она не сможет, да, стрелять? С помощник, ёпта мамин. Давай, наверное, все-таки виталку будем держать на высоте. Дальше уже вот так вот сделаем. Ньюфаги не поймут, конечно, нет. Че, такую игру 100% никто не поймет.
блядь, к ловкости бы вот найти, вот это было бы вообще по красоте, но ловкости, по ходу дела, будет очень сложно здесь что-то намутить. Короче, просто голду. Не, я уже вспомнил то, что в атак рейтинг надо качаться. Это уже это понятно. Сейчас, ребят, все постепенно, я вспомню. Атак рейтинг — это типа аккуралить, так называемый мной. Точность, точность попадания. Поэтому, конечно, ее надо 100% не выкидывать. Потому что, в принципе, урон-то может быть большой, но ты просто тупо не будешь попадать. Вот и все. Так. I'll put that to good use. I can't use that. Чего, блять? В смысле? А, она без колчана, что ли, ходит, кайфует? Понимаю. В 17-м левеле го. Так, здесь у нас еще раз квест. Underground Passage to the Dark Wood. Ёпта, где же мне его найти-то? Underground Passage to the Dark Wood. Сейчас найдем. Найс. Спасибо огромное, ребят. Мне что-то подсказывает, да, что это тот лес. У меня больше догадок нет. Это знаешь, что нужно делать? Это нужно телепорт. Cold Plains. Мне кажется, это в тот лес наверху, который был. Здесь просто фастом пройдем. Кстати, вот здесь можно еще посмотреть. Not bad. Ну я вот сколько играю, пока, кстати, ни одного бага не увидел. Так, просто к слову. Это очень хорошо. Так, здесь на ноге пробегаем. Чест открыли, болты. Я так понимаю, это, наверное, вот сюда. Или нет? Блять, или да. Ни хрена не сюда. Стонифилд, по-моему, это не здесь. Найс.
маленький. I can't use that. Thank you. Здесь, по-моему, голдада должна стоять. Это жесткая, сука, такая голдата. Голдат тоже непростая стоит. Бля, у меня этот умер. Втыкал я мальца. Бабенка умерла, ну ничего страшного. I am overburdened. Я вот не помню, ее где-то можно же, да, вроде поднимать. Или нет? Сейчас так тут точно не вспомню. Короче, я обычные, наверное, скорее всего, синие не буду, ребят, расчехлять. Что у меня здесь уже прям перебор этих бутылок. Нацка, стамину оставим, давайте парочку хотя бы, да? А верхний ряд стамину просто накидаем. Сейчас, если честно, она нам больше нужна. Так. Ну это все на этих друзей. Yes. Greetings. Так, все, я вспомнил, как это делается. Ну-ка, дай-ка пойдем-ка. Greetings. Надо вспомнить теперь, как ее быстро лечить. Я тоже вот этого не помню, к сожалению. Надо ей купить просто он обычный лук за 400. Сделаем сейчас. Сейчас мы ее нарядим. Она, в принципе, кидает-то она неплохо. И какую-нибудь одежонку. Даже вот так вот просто приобретем что-то прям мега простое. I can't use that yet. Блять, да ладно. Вот что она носит, хер ее знает. Обычную, наверное, кожаную, да, одежду. По идее. Обычную кожанку носит. Банку на иконку только так, да? Блять, вот я не помню, ребят, как ее одевать. По-моему, чисто вот на нее вот такие вот вещи на нее можно одеть. Сила 15.
Ее характеристики: левел, сила, ловкость. Да не, у нее сила вроде 35. А че же она не смогла одеть-то? Она, по идее, вообще должна здесь все одевать. Да как так-то, ёб твою мать? Подожди, сила, ну. Что-то я вообще не вкурю. Как так-то? Значит, с третьего левела. А, блять, это на пятый левел. Ёб твою мать, у нее она же тоже качается параллельно со мной. Это ж вам не просто так. Так, она третий левел, да? Третий левел. Искать, где вообще без левела. Ну вот, по идее. Ну да. Ай, ну давай. Поехали. Вспомнил, как это работает. Ты-ты-ри-тын-тын-тын. Блин, дай бог памяти, как же... Подожди, здесь я уже проходил. Мне кажется, нам нужен телепорт. По-моему, нам нужен, наверное, просто телепорт здесь. Все, я понял, короче, как это работает. Раз, два. Дальше бежим на ТП. И мы, по-моему, открыли. По-моему, вот этот вот, да, ТП-шка? Блять, мы здесь же и открылись. Лехандр, да. Присев, согласен. Дарквуд. По-моему, нет, наверное, это нам вот реально в пещеру, потом через пещеру мы... через пещеру был Дарквуд в самом конце. Вот так главное закатить глаза, сказать. Все, я понял. По-моему, нам через пещеру вот эту. Что-то, по-моему, куда-то нам вот сюда. И где-то мы с вами вышли. Блять, дай бог памяти, а. Вон он, все, я вспомнил. Вон он, проход, ребят. Что, зайдем сюда, попанимся? Просто отстрел кролей идет. Внизу, по-моему, был этот проход. Дарквуд, точно. Пожилой темный лес. Точно. Здесь мы с вами всех зачищали. И тогда я вышел, меня там огромный парик ждал. Было дело. Да, вот оно. Значит, вот он, Дарквуд. Seach for the Tree of... Так, вот в этом лесу мне нужно найти дерево. Я думаю, его мы увидим за километр.
наверное. Так, плюс мана. Так, ищем. Ищем. Страшно, очень страшно. Кстати, у нас бабца уже 4-й, да, левела. Слушай, она нормально вообще кидает. Очень бодро. Сочувствую, мы здесь реально можем кайфануть. Хардкорный, ну конечно, ребят, это D2, ёпта. Это я вам давно сказал, мы еще когда в D3 играли, что D2, она... Здесь с виду кажется все так просто. Сейчас чуть мы подальше пройдем. Здесь игра тебе дает просто и либо вспомнить, либо заново понять то, что как бы, ну, тут тебя накажут быстро очень. Ага. Ага, ёпта. Не, слушай, она нормально, она красиво делает, на расстоянии это тоже держит. PC-шка тоже не тупая. Кстати. Она прям вообще не тупая. Она очень стабильно расстояние держит. Так, аккуратно ищем дерево дальше. Дарквуд, кстати, лока не маленькая. Далеко не маленькая. Лёх, добавишь друзья в честь дня рождения. А что тебе это даст? Что тебе даст то, что я тебя в друзья добавлю? Не понял. Мышь, я же со всеми наравне общаюсь. Но в чем прикол-то у вас, это пацаны? Первый раз в жизни нормальный тиммейт. И тот NPC. А-та-та. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мать, ёпта. Мать, живи, пожалуйста, а. Пиздец, помянем. Нормально, пацаны. Ага. Слушай, блять, опять вульфхед. Да ну нахрен, а. Да ну нахрен. Нормально затанковали. Неплохо, неплохо. Неплохо. Трайбл очень неплохой. Жалко, я и не могу хилки закинуть. Вот это очень жалко. Мог бы хилки закинуть, было бы вообще имбово. Не, ну согласитесь. Типа если... Ну это было бы слишком имба на самом деле. Если бы... Давайте будем реалистами. Если бы мы... Могли хилки закидывать на этого перса, это было бы вообще б забить. Поэтому тут такое спорное.
Но это было близко. Так, продолжаем наш разговор. Вот оно. Зачищаем, ничего у вас не получится. Все, я помню это место. Страху вам, ёпта. Все равно от воспоминания, сколько бы лет ни прошло. 20 лет, да, прошло с момента, когда я играл в эту игру? 20 лет. Подождите, сейчас я скажу точно. Ну пусть даже 15 лет, ладно, окей, хорошо. 15 лет прошло с момента, когда я играл в эту игрушку. Ну вы вообще себе представляете, что это такое? Это же просто, это... Это же просто забейте. Ну чё, готовимся умирать? Мать, ты готова, нет? Давай, Лариска! Опа! А что это такое? А, нет, здесь, по-моему, файта нет. Все, здесь в город, да, по-моему, если я не ошибаюсь? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Пойдем, мать, живешь. Так, кому-то отдать, сейчас мы вспомним. Я уж на драку настроился, знаешь, такой радостный, говорю, о. Так, тут, по-моему, отдавать, как всегда, правый нижний, да, этой? Акаши? Акаре. Акаре, по-моему, да-да-да-да-да-да-да. Ah, very good. А, very good. Вот это я не помню, ребят, куда идти. Стонифилд, подождите-ка. Сейчас. Праведник, привет. Спасибо. Ребятки, я предлагаю сделать следующим образом. Давайте, знаете как? Я... Я, ребят, пойду отдохну. Хорошо? С вашего позволения. Немножечко мы с вами побегали, пофанились, посмотрели на Diablo 2 ремастер. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Играли, не играли, ждете, не ждете. И спасибо еще раз Близам за ключ. Блин, от души. Мне очень приятно сегодня было поиграть. Я, правда, засыпаю, сижу. Куча ребят сегодня вообще. Просто сегодня весь день за компом. С 11 дня и вот весь день мы за компом провели. Подготовили, ребят, новый видос на этом канале по VR. Уже он монтируется. Вот, делается нарезочка с карточки ПКС. Такая, чисто тоже улыбнуться. Ну и, кстати, наверное, вы сегодня станете свидетелями довольно легендарной такой херни. Я сейчас даже зайду, я посмотрю, и, по-моему, я буду прав. Сейчас, одну секунду. По-моему, мы поставили с вами новый рекорд. Я буду даже рад вам сейчас показать и поделиться. Сейчас, ребят, я сейчас зайду просто на видосик на канал Hardplay. По-моему, да, да, это рекорд. Это рекорд, ребят, за... Вы очень круто сейчас топите просто за канал, за первый, за второй. Завтра, ребят, обязательно сделаю Skyrim. Как хотел. Сегодня просто, видите, такой незапланированный короткий стримчик. В общем, у нас видос, я вам просто докладываю. На канале Hardplay с Академии Смеха набрал 112 тысяч просмотров за 6 часов. Я просто хочу вас всех поблагодарить, потому что вы поставили уже новый рекорд в этом году 100%. Короче, вы возвращаете статистику каналу конца 2018 года. Она вот уже практически вернулась, прям за малым-малым исключением. Спасибо огромное. Это реально круто. Это спасибо. Чтоб, ребят, поддерживать канал, нужно, даже музыку выключу, нужно делать только одно. Просто комментарий, палец вверх и погнали. Комменты с одного, с двух аккаунтов. Короче, поделиться жмете. Огромное спасибо, кто это делает, кому не лень, кто тратит свое время. Спасибо. Все. Завтра встретимся, и, мои хорошие,
Пишите, пожалуйста, комментарии. Я правда под Диабло, ребят, я с радостью прямо сейчас вот буду спать ложиться. Я сегодня, скорее всего, в студии останусь, сил нет домой ехать. И обязательно, ребят, почитаю, отвечу на комментарии. Прям, ну, сейчас стрим будет, когда обрабатываться. Обязательно поотвечаю на комментарии. Можете даже какие-нибудь отвлеченные от темы писать. Давайте на 20 комментариев, которые мне попадутся на глаза. 20-25 комментариев я отвечу. Так что пишите, обязательно сердечко от себя поставлю или там с основного канала. Все, мое почтение, ребят. Спасибо всем. Завтра дневной и вечерний стрим будет. Ну, по крайней мере, планирую так. Как всегда, Hard Inside, телеграм-канал наш. И пишите, что для вас Diablo вообще, серия игр. Кто с какой серии начал. Очень интересно будет почитать, потому что это целая, ну, огромная легендарная игра. Все, ребятки, с вами, как всегда, был канал Hard Games. И я, Леха. Пока. Удачи. Мое почтение.